Для некоторых увлечение шахматами – это хобби, которое помогает разнообразить досуг. Для других – это способ развить логическое мышление и интеллект. А еще шахматные турниры полезны тем, что можно найти единомышленников и испытать соревновательный азарт. А отличный повод для этого – турнир под названием «Рождественский блиц». Он прошел в спортивной школе «Лидер» и стал стартовым в новом сезоне. Эти соревнования – первый этап открытой шахматной лиги Егорьевска. В течение года в нашем городе пройдут 7 рейтинговых турниров, по итогам которых определятся сильнейшие шахматисты сезона. По правилам, в этих соревнованиях могли принять участие все желающие, независимо от пола, возраста и города. В турнире поучаствовали 54 шахматиста из Егорьевска, Раменского, Воскресенска, Зарайска, Орехово-Зуево, Подольска, Люберец, Ногинска, Бронец, Мытищ, Жуковского, Коломны, Луховиц, Гжель, Москвы и некоторых других городов. Ангелина, как долго вы занимаетесь шахматами? В шахматы я играю с 5 лет, совсем скоро мне 18, получается где-то около 13 лет. Почему решили принять участие в этом турнире? Как часто вообще участвуете в соревнованиях? В соревнованиях я стараюсь участвовать раз-два в месяц. В Егорьевске я уже третий раз, и нравится атмосфера и состав на этом турнире. Насколько сложный для вас этот турнир? Удастся ли вам найти соперника по силам здесь? Искренне верю в то, что удастся. По сложности каждая партия – это настоящая борьба. Среди участников турнира были шахматисты с разным уровнем подготовки. В том числе 3 мастера ФИДЕ, несколько кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. От Егорьевска в соревнованиях выступили 5 спортсменов. Лучшим среди них стал студент Андрей Иванов, который по итогам турнира занял 7-е место. Как ты думаешь, каковы шансы встретить достойных соперников? Ну, тут каждый соперник достоин, поэтому недооценивать соперника – это, по-моему, главная ошибка, которая приведет к поражению, считай, в любой партии. Много ли незнакомых соперников, которых ты впервые видишь? Да нет, почти все соперники уже знакомы, потому что играю не первый год в таких соревнованиях. Да, бывают новые люди, но, как правило, не так часто уже все-таки приезжают. Рождественский блиц оказался привлекательным для шахматистов тем, что турнир рейтинговый. Каждому спортсмену на партию отводилось 3 минуты и автоматически добавлялись 2 секунды за каждый сделанный ход. Соревнования длились почти 4 часа. Было сыграно 13 туров. Для взрослых состязания проводятся не так часто, как для школьников, хотя именно турниры помогают расширить арсенал умений и знаний, применить изученные приемы на практике, найти интересных соперников и компанию единомышленников. Как часто хотели бы вы участвовать вообще во взрослых турнирах? Вообще, по любому закону развития спорта, надо хотя бы раз в неделю играть в каком-то блиц-турнире. И, как говорил Ботвинник, нужно наигрывать 40 классических партий в год. 40 классических партий. Отсюда количество турниров легко можно высчитать, в зависимости от количества человека и так далее. Да? Ну, то есть это такая оптимальная цифра. То есть больше вы переигрываете, как бы уже. Меньше у вас недостаток будет в партиях и так далее. То есть вот какая-то такая цифра, она, я думаю, что не меняется со временем и является каким-то эталоном. Сейчас, конечно, гроссмейстеры играют гораздо больше и так далее. Понятно, что там и блицы, и быстрые шахматы, которых не было при Ботвиннике. Да? Сейчас они более развиты. Классики становятся все меньше и меньше, шахматы ускоряются. В целом для шахмат минус. Отсутствие отложенных партий, отсутствие анализа постоянного совершенствования. То есть на скорость. Шахматы теряют на самом деле свою привлекательность как творчество. Они становятся больше спортом. Борьба за звание лучшего в первом турнире открытой шахматной лиги Егорьевска была напряженной. На верхнюю ступень пьедестала поднялся спортсмен из Коломны. 12-летний Максим Чертков. На данный момент молодой человек является действующим чемпионом Центрального федерального округа по блицу и рапиду в категории юноши до 15 лет. Второе место в общем зачете занял Олег Харитонов, а третье – Илья Баранов. Отдельно подвели итоги среди школьников и среди ветеранов старше 60 лет.
Следующий этап открытой шахматной лиги Егорьевска пройдет в начале марта. К этому моменту шахматисты уже проработают свои ошибки и подберут стратегии для будущих игр. А значит, наблюдать за следующими поединками на шахматных досках будет еще занимательнее.